Я Том. Привет. И раз уж ты пользуешься моим Wi-Fi, сделай мне одолжение. Не пиши хрень типа «я хочу проснуться со своим лучшим другом», если не хочешь, чтобы у меня член отсох. Кстати, мы можем стать лучшими друзьями, было бы круто. Слушай, я последние полгода создавала алгоритм, который рыщет по сайтам знакомств в поисках лучших кандидатов и скачивала их, так что я знаю, кого ищу. Кто бы сомневался. Нафига тебе интернет? Ты ведь красивая девчонка. Это же Нью-Йорк, здесь миллиард народу за этой дверью. Да, но сколько из них подходит мне? Смотри. В нашем городе около 8 миллионов человек. Кажется, что много, да? Очень. Но половина из них женщины. И как бы я ни экспериментировала в колледже, это явно не мое. Как ты экспериментировала? Проехали. Ладно. Итак, 4 миллиона мужчин. Нужно установить возрастные ограничения. Скажем, от 20... В рамках закона. До 40. И сексуальности. Остается миллион? Верно. Мы говорим о миллионе парней. Но половина из них уже женаты. 10% гей. Мне нужен образованный, не урод. Так что... Вот твой парень. Если бы. Он должен быть выше меня. И должен любить детей. Так что я на 10 разных сайтах знакомств, чтобы повысить шансы. Ну, что скажешь, позволишь мне использовать свой Wi-Fi, и я не буду вызывать полицию каждую ночь из-за шума. Ладно, очень мило. А это женщины? Угу. Ладно, спасибо.